Это называется искусство заголовка. Вот как звучит сообщение ТАСС. Генсек НАТО допустил возможность территориальных уступок Украины ради мира. Вот стоит почитать это сообщение ТАСС. Особенно такой его фрагмент. НАТО намерено помогать Украине, чтобы дать ей наиболее сильную позицию за столом переговоров с Россией, которыми должны закончиться военные действия. Ну, и какой должна быть это наиболее сильная позиция Украины? Интересный вопрос. Так. Сообщает ТАСС о словах генсека НАТО, что готово НАТО обеспечить на будущих с РФ переговорах Украине наиболее сильную позицию. К сожалению, о пословице «Когда в хвосте начало, то в голове мочало». В своих клипах говорить могу я только сжато. Потому и понимание ее. Вряд ли я в России сформировать смогу традицию. Да. Тяжелая ситуация. Тяжелая.